Примите мои благословения, милый друг. В традициях тибетского монашества мы уделяем внимание священным растениям. И зверобой, тот, кто в наших краях известен как Матер Чан, известен своими полезными свойствами, которые традиционно используются в народной медицине. Однако важно отметить, что при использовании зверобоя нужно быть осторожным из-за содержания гиперрицина, который может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Вот несколько полезных свойств зверобоя. Антидепрессантные свойства. Зверобой часто используется в травяных препаратах для смягчения симптомов легкой и умеренной депрессии. Противовоспалительные свойства. Зверобой обладает противовоспалительным эффектом, что может быть полезно при лечении воспалительных состояний. Антисептические свойства. Масло зверобоя применяется наружно для лечения мелких порезов, ожогов и других кожных повреждений благодаря его антисептическим свойствам. Улучшение сна. Некоторые люди используют зверобой для улучшения сна и снятия бессонницы. Снижение тревожности. Есть исследования, которые указывают на возможность использования зверобоя для снижения симптомов тревожности. Лечение невралгии. Зверобой может быть полезен при лечении невралгии и некоторых неврологических болей. Поддержка пищеварения. Зверобой также традиционно используется для поддержки здоровья пищеварительной системы. Приготовьте свою воду, пусть она будет как чистый ручей в горах, и залейте ею травы. Позвольте им танцевать в воде, словно ветры над нашими вершинами, в течение 5-10 минут. Затем, словно мудрый старец, процедите настой, чтобы отделить светлую эссенцию от твердых теней. Этот напиток столь же древний, как гималайские вершины, принимайте с почтением. Постарайтесь внутренне почувствовать его энергию, как общение с мудростью земли и небес. Не забывайте, что сила травы в ее балансе и как в жизни важно сохранять гармонию. Помните о мере и внутреннем покое. Пусть этот чай станет для вас своего рода медитацией, наполненной мудростью природы.